Всем привет, дорогие зрители! У нас тут свадьба чья-то. Будьте счастливы. Счастья желаем! Так, дорогие зрители, нашел трехкомнатную квартиру 2 плюс 1 с куском видом на море. Проект был сдан в 2016 году. Есть один огромный балкон, который можно застеклить. У нас тут открытый бассейн, генератор, сауна, хамам, средний этаж проекта, улица Барбаросса, до моря отсюда 210 метров максимум. Вот генератор, беседка, то есть зона отдыха снизу. Так. Покажем вам еще раз балкон. Да, дорогие зрители, цена этой квартиры 147 500 евро. Сразу сказал цену. Снимаю ролик. Так, заходим на гостиную. Дорогие зрители, гостиная, совмещенная с кухней. Квартира продается под ключ. Кондиционер Рубенис. У нас островочек. Бытовая техника Бека. Бека. Тут у нас окошко. Соседнее здание смотрит. Угу. Тут тоже. А здесь смотрит на горы. И вид у вас не закроется. Вот столовая часть. Так, вот. Окно. Окно открыто, оказывается. Итак, здесь у нас прихожая большая. Первая спальня 11 квадратных метров. Высокие потолки 290 сантиметров. Кондиционер тоже старенький. Санузел. Светланы нету. Так. Проточный водонагреватель фирмы ВИТО. Нормальный санузел. 4,5 квадратных метров. Тут у нас хозяйская спальня. Отсюда до туда 15 квадратных метров чистая здесь у нас. Тут второй санузел. Так что уже звоните, что 47 500 евро, плюс 90 555 064 91 10, WhatsApp, Telegram, Viber. Также у нас есть Telegram-канал, горячие предложения у нас делятся в этой группе в Телеграме. Переходите, все написано в описании, кликайте. Так. Спущусь я вниз. Увидели, да? Две спальни, одна большая, другая 11 квадратных метров. Эту часть я не посчитал вам. Тут тоже 2-3 квадратных метра. Два лифта у нас. Я вышел из квартиры. Здесь вот так можно сделать сквозняк. Проходим. Идем. Вот у нас два лифта. Здесь у нас показы, хотят показать квартирку. Вместимость 6 человек. Так, внизу у нас сауна, хамам. Короче, вот там вниз надо по лестникам спускаться, там оно есть. Я видел несколько раз, я раньше снимал здесь. Не буду спускаться. По-любому, вы покупаете квартиру, а не сауну. Сауна это для
фишки для отдыха. Все равно там массажиста нет, по-любому надо идти к массажисту. Парковочные места для велосипедов, чтобы сделал массаж, там тронул, там, тут, везде. Ну, такое местечко, генератор, литр дизеля уже 30 лет. Я думаю, что уже его не запустят. Да. Так. Айда 400 лир. Скажу вам. Дорога, которая ведет к морю. Есть видеонаблюдение. Вот Барбаросса. И оттуда вперед к морю. Там где-то должен быть подземный проход. Дорогие зрители, звоните по номеру +90 555 064 91 10. Быстро-быстро сказал. Всем пока-пока.